И вот просто вот вставил, опустил и щелк. И прицелился, выстрел. Мы променяем такую мини-артиллерию, у нас есть. Это подствол ГП-25. Он цепляется на автомат Калашникова АК-74. Вот. Но мы его трохи усовершенствовали. Зробили вот такой приклад, такую ручку, додали еще ручку вниз. Вот. И у нас отримливается вот с него вельми добро працевать. Працую ее на 400 метров. Вот. От 100 до 400 метров. Это докладно. У нас для его есть несколько зарядов. Есть простые воги, есть воги-лягушки, попрыгунчики. Вот. И он с пружинкой, то бишь поглощая отдачу. Вот. С его вельми удобно працевать. Вот. Я уже променял его в бою. У першем это у меня вот два выхода было, и в двух выходах я променял. В опошнем, правда, от колькости выстрелов у меня выскочил приклад, потому что я из расхода 12 выстрелов, потом еще 9, когда у нас был контакт с оккупантами. Вот. Тому я на себе зарекомендовала, вельми круто. Мы ее называем такой мини-артиллерией. Вот. Працую она так само добро. Если по пехоте, можно добро притиснуть к земле и працевать вот на 300-400 метров, ну, 100%. Один я только что, когда густый массив лесный, такая какая-то посадка, вельми густая, да, с его, конечно, не вельми працевать. Ну, а так, это классная речь. Вот, ручка вниз. Отдачи практически никакой нема, ну, минимальная. Ну, вот. Працую добро. И она не тяжкая, компактная. И вот, ее можно к заплечнику. Ее можно у кожух такие есть, кобура для него у меня. Вот, можно просто носить. Она не мешает, где-то вес примерно килограмма 2. Вот. Так как мы уже не користаемся АК, все мы перешли на натовский стандарт 5.56. И ГПшки у нас застались, мы их решили вот сделать приклады и ручки, их выкористовывать. Ну вот, вот здесь ГПшка на АК находится, снизу она цепляется, ее можно снять, працует она, ну, так само, а у меня уже ГПшка больше, здесь самодельный приклад, дополненная ручка, хомут и еще одна додатая ручка, вот, розница вот такая. То бишь на данный момент это отдельная зброя. Не скомпованная вот как с автоматом, а отдельная. То бишь у меня автомат ЧЗ бренд 2 и еще у меня на узброении вот ГП-25.